Привет всем! Снова в понедельник Ян. Тема этой недели «Как я помогаю ЛГБТ и К комьюнити». Ну, во-первых, что касается теперешнего времени, конечно, я появляюсь каждый понедельник на этом канале, что-то рассказываю. Также у меня есть свой канал, который я веду, и там тоже есть какое-то количество просмотров, люди мне пишут, я с ними взаимодействую, и считаю, что какую-то полезную инфу я туда тоже выкладываю. Также я еще участник инициативной группы «Лавандовая угроза». Вместе с другими транспарнями и не только мы проводим какие-то акции, что-то делаем тоже, там снимаем видео, там брошюра была. В личку мне пишут разные ребята, которым я тоже стараюсь помогать. У меня есть большой круг социальных связей, таких, что я могу их использовать, например, для того, чтобы помочь человеку выехать из АТО, транс-человеку, такое тоже было. Либо же рассказывая про гормоны, про медицинские освидетельствования, которые в Украине сейчас есть. Кстати, новости интересные о том, что вот буквально или на днях, или уже должны были принять новую процедуру еще раз и пересмотреть все, что они там напринимали, вот, для того, чтобы... Кошка шумит, извините, пожалуйста. Для того, чтобы смягчить процедуру, сделать ее более ясной. В общем, поживем увидим. Я думаю, на своем канале я об этом подробнее расскажу, как только я узнаю что-то более конкретное. Вообще, какое-то время назад я очень активно участвовала в жизни мейнстримного ЛГБТ-активизма в Украине. Я ходил на прайды и продолжаю ходить на разные мероприятия. Я сам проводил тренингов целую кучу на разные тематики. Я волонтерил для многих разных неправительственных организаций. Также я был участником очень многих тренингов на эту тему, потому что у меня есть еще обширный запас знаний, которые я стараюсь применять, использовать и делиться ими с другими людьми. В общем, много чего я делаю для ЛГБТК-сообщества. Я надеюсь, что это какую-то пользу принесет. Мне лично это приносит ощущение, что я живу эту жизнь не зря, и что-то полезное все-таки для общества делаю. Как-то так. Ну, в общем, спасибо за просмотр большое. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, если не нравится, ставьте дизлайки, пишите комментарии, я очень люблю комментарии. Я стараюсь на них отвечать, как правило. Если не вижу, извините, но я стараюсь отвечать. Всех был рад видеть в очередной раз. И до следующего понедельника. Пока!